украшает резинки. Всем привет, ребята. Сегодня мы продолжаем с вами играть в игру Sally Face. Я очень обожаю ваши комменты, когда вы пишете: хочу продолжение Sally Face, потому что я сама люблю эту игру Sally Face и хочу ее прям пройти. И очень радуюсь, что вам тоже нравится. Спасибо вам за такие комменты. Спасибо, я ей сильно рада. Ребята, давайте вспомним, что мы делали в прошлой серии. В прошлой серии мы хотели забрать игрушку у Чарли, но у нас никак не получилось. И как мне подсказали в комментариях, что я где-то не досмотрела. Давайте теперь сходим к себе домой. Припоминаю, что там было снотворное, которое мы почему-то не взяли. Хотя я его точно помню и видела. Оно было в ванной комнате. Я еще тогда смотрела на него и думала, как же его взять. А его не получалось взять. Так, ребят, я просто не могу взять это снотворное. Ребята, в прошлой серии мы не могли найти выход из той ситуации, что мы должны были у Чарли забрать игрушку, а он нам ее не отдавал никак. И я подумала, что, может быть, нужно взять что-то в нашей квартире, но там мы ничего взять не можем, там было снотворное. И мне писали в комментариях, что я должна напоить его снотворным, но как это сделать, я пока не знаю. Давайте все осмотрим, все квартиры снова. Вот это квартира Чарли. Нет, я не туда. А давайте каждый этаж осмотрим. Кружка гифтит у Чарли IN204. Все, видите, это было очень легко. Я просто забыла про существование Эдисона, про чай. Возвращаемся в 204. Итак, заходим в квартиру Чарли. И теперь мы можем ему дать этот чаечек. Взяли игру.
Ключи. Welcome home. Это прихожая. Давайте подойдем к детективу. Отличная работа, Сал. Можешь спать спокойно. Вау. А можно к нему подойти? Еще раз. Чтобы он нас еще раз похвалил. Давайте поговорим с Чарли. Я не виновен, клянусь. Я думал, мы друзья. Что-то немножко забыла. Что это игра? Страшная. Это было слишком неожиданно. В 15 лет стать свидетелем двух чудовищных сцен. Это наверняка оставило свой отпечаток. Да, возможно. А еще спустя год были найдены новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Невиновный человек. Подождите. Я Лори. Прости, здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, прибереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последним перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Что? Что происходит? Я не думаю, что ты убийца. Спасибо за игру. Это все. Что ж, ребят, к сожалению, это все. Я сама не ожидала, что все так быстро закончится. Следующий эпизод обязательно.
Все.